Но это вот не лагеря, не так вот. Один лагерь, потом, ой, я не хочу с этим стоять через 20 метров, я не хочу с этим стоять через 50 метров. Это не очень удобно, потому что везде под лес. Там везде под лесом еще проблема. Но места, вернее, для тех людей, кто хочет проехать на машине, их там 5. Орловская поляна опять на берегу. А там у меня, по идее, как бы идея сделать, ну, вот эти массовые... туалеты. Да, а мы, типа, вот сделали здесь, как бы, такой небольшой музейчик, тире развлечение, тире еще что-то. И плюс там наверняка в Кунтахоне что-нибудь осталось. Ищи лучше. Во-первых, мы не будем гонять буханку под 5 раз подряд уже. Синий, что происходит? Мы грузим белые и снаряжение. А туалет меня сам найдет. Экипировку. А мат это обязательно? Нет, мы осенили снили под жопу. И что происходит? Ожидать, дадут вообще или нет. Махалова, план. Кочинес. И чесночок. Да, куча жижи. Ни капли бензина. Синий, что происходит? Блин, что происходит? Вкуснейшие кексики происходят. Куда вы? Разведка. Чай надо 3 делать. По-моему, 3 это немножко перебор. Ты реально куда хочешь? Подожди, чтобы один палет полностью за эту самую зарядку выходил. Подожди, ты про длину какую говоришь? Длину туда? Да. А я про длину вот так тебе говорю. 3 ширины, что ли? Да. А ты куда тут собралась поставить? 3 ширины, что ли? А куда? Надо поместить. 3 первые, отлично, смотри. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Все, идеально. В это время женщины копали. Отлично, вам лестницу. Эскалатор практически выкопал. Вот так вот. Ну да, только я же тебе говорил, что загибать гвозди со стороны, по которой ходят, это хреново. Ну, удобнее же здесь. Да, удобнее. Будет неудобно тем, кто будет по этому ходить. Вот смотри, вот здесь надо капе. Мне кажется, вот на краю этого поля будет отлично. Да херота. Вот так тогда буханка будет. Саша, помоги, блядь, исправляемся. Так! Так уютно, если вот так вот держаться, то просто здорово. Вот, ну чтобы не провалились люди.